Сидя у костра кушаем мы Made in Украина новые Lion King, да, карамельно-эраковый вкус. Сидя у костра, 7 километров от Киева. Как чай. Какие дальнейшие планы, что будем готовить? У нас там целый мешок еды. Нужны едоки поварить. Наш костер есть. Лев, король есть. Теплые палатки тоже есть. Тарелки есть, все есть. Котелок он там заваривает. Как видите, made in Украина. Вкусные вещи, да, вот он там вот. Вот там вот. Вкусная вещь. Надо еда есть. Вот такие вот путешествия, то есть вот в таких вот условиях, собственно говоря, не очень холодных, вот нужно здесь ставить палатку. То есть моя палатка вот там сзади она находится, вот, а это палатка там Александра, который сюда приехал в Киев из города Днепр. Из города Днепр, который отсюда 100 километров примерно. 500 километров, да? Ехал за 500 километров, чтобы поставить палатку вот под этим тентом. Там очень тепло, кстати, под этим тентом. И здесь вот у костра ночевать и встречать. Присутствовать на встрече путешественников, путешествовать велосипедами, машинами, автостопом, бабахаром, походить в походы в горы, Карпаты, и грузинские горы и другие горы, и берите свою палатку, палатка всегда пригождается, потому что, ну, палатки нужны, и приятно бывает, когда вы на природе отдыхаете не только летом, путешествовать можно не только летом, но и почти зимой, через два дня, по-моему, зима будет, да? Через два дня будет зима уже декабрь.